Ежедневно в республиканскую детскую больницу обращаются около 200 детей. Маленьким пациентам нужны комфортные условия. А поликлинику построили еще 30 лет назад. И с тех пор там ни разу не проводился капитальный ремонт. В этом году все изменится. Более 26 миллионов рублей получила детская республиканская больница на капитальный ремонт поликлиники. Деньги поступили из резервного фонда президента страны. Мы уже отработали дорожную карту по освоению этих финансовых средств. Работаем с министерством ведомства параллельно, чтобы эти финансовые средства эффективно мы использовали. Подготовлена аукционная документация, будет проведен аукцион, будет определен подрядчик. Ремонт, предположительно, начнется в конце октября текущего года. Обновят все кабинеты и коридоры, кровлю заменят коммуникации. Это отопление, вся система отопления, вся система электроснабжения, вся система вентиляции, система пожарной сигнализации, которая должна соответствовать современным требованиям. Будут заменены все полы, будут заменены все двери. Правда, старые окна в больнице уже успели поменять на новые пластиковые. И лифт обновили в рамках республиканской программы по замене старых лифтов. Но дел еще много. Мы в эту поликлинику ходим 2 раза в год. Поликлиника очень хорошая. Если ремонт будут делать, то еще лучше будет. Во время ремонта часть узких специалистов будет принимать пациентов в основном корпусе республиканской детской больницы. А другие врачи переберутся в центр восстановительного лечения. Ремонтные работы планируется закончить уже к марту 2018 года.